Франя Бородавка живет в частном доме с мужем-инвалидом. Еще вчера сама выходила с коляской в магазин. Теперь стала затворницей. Здоровье дороже. Пандемия коронавируса дает о себе знать. Меры профилактики звучат из каждого утюга. Медики сходятся в одном. Пожилые в зоне риска. Ну, я сама хожу в магазин, да. Это вот все болезнь такая. Так. А так я хожу с коляской. Путь от дома до ближайшего магазина около 500 метров. В обычный день Франя Семеновна преодолела бы это расстояние сама. Но сегодня за нее эту работу проделали волонтеры БРСМ. Франя Семеновна! Ну вот, заказала сметану, кефир, масло, сыр. Хлеб и батон. Активисты молодежного движения «Доброе сердце» только за первый день приняли 3 заявки. Бесплатно ходят за едой и лекарством, берегут здоровье инвалидов и одиноких пожилых людей. Может, работа даже не только посещение магазина, аптеки, почты, но может и какая-то по дому работа, потому что вот именно эти старики действительно в ней нуждаются, так как близких родственников у них здесь нет. Я посмотрела, как люди живут, то есть им сложно, и я хочу, чтобы остальные люди, остальная масса помогала таким. Отряды добровольцев экипированы перчатками и масками. За помощью может обратиться каждый нуждающийся. Достаточно позвонить по телефонам на экране и оставить заявку. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.